Друзья, я очень долго думал над тем, стоит ли смешивать наборы. Меня часто просят об этом. И действительно, идея эта неплохая. И в принципе, можно было бы смешать несколько наборов одновременно и получить огромное количество деталей. И, конечно, это дало бы какие-то новые возможности. Больше окон, больше колес, больше частей. Но я задумался над тем, интересно ли это. Ну, представьте себе, что мы играем в игру «Эрудит», или как ее во всем мире называют, «Скраблс», и у нас есть абсолютно все буквы. Ну и какой же образовательный эффект мы будем иметь в этом случае? Никакого. Ну, чистая игра, поиграли, и все. Но главная идея канала, который мы с братом ведем, именно образовательное, научить ребенка мыслить, показать ему, что из определенного количества деталей, даже обладая не всеми, каким-то узким набором, можно создавать каждый раз и выдумывать что-то новое. Мы учим фантазировать, учим мыслить, развиваем у ребенка воображение. И это главное, и цель, которую мы преследуем. Поэтому я от идеи смешивать наборы отказался. Но вот сама по себе идея использовать два набора для создания каких-либо моделей, она мне понравилась. Я решил поставить этот смелый эксперимент, и первый раз я попытаюсь вам показать, что можно сделать. Обязательно напишите мне, нравится ли вам эта идея и стоит ли ее поддерживать дальше. Сегодня я рад представить вам машину Илона Маска Тесла. Это электромобиль будущего, трейлер, который выйдет на дороге, может, через год, через два появится. И это очень сильная идея сделать траки на электричестве, а не на бензине. Я попытался ее воссоздать в двух наборах. Lego Classic 10696 и 10698. И что получится, судить вам. И мы посмотрим.